пришел, короче, регистрируюсь. Уже все ввел, забыл заснять. Видите, тут все правила дорожного движения. Короче, все там выучил, да, я говорю, да, погнали дальше. Правила поведения в местах. Умеешь себя вести? Нет, не умею. Ну, подтвердим, что умею. Правила поведения в местах погрузки. Умеешь вести, Диман? Не умею. Так и говори, не умею. Ни хера не умею. Да ты посмотри, блядь. Ты чё так, Настя? Номера телефона, короче, куда позвонить. Да давай уже. Вот это тут коматоз. Ты жо, именно жесткий, блядь. Ну и шо? Опа, все. Так, так, порядок. Мое, да. Грузовая платформа чистая и суха. Да, короче. Тент герметичен. Герметичен. Ваше транспортное средство пустое. Конечно, я чуть сюда приехал. У вас достаточно средств для крепления груза. Блять, с головой могу даже космический корабль. Видите погрузочную высоту и... вот это вообще начало. Шо, короче. Забрал документик этот, там, в той петушатне, уже выбило вон мой номер, еще не успел дойти до парковки. Вон, видите, сзади он светится уже. И говорят, просим Димасика заехать на номер 4, П4. Я говорю, сейчас я вам залечу тут, сука, покажу, как надо дрифтовать с прицепом, блядь, на вашем говне загрузки. Подъехал, он открывает шлюз мне. Сейчас будем заезжать грузиться бумагой. Надо поднять крышу, сразу сказали. Под потолок самое будет. Высокие ролки такие. Ну, вон она бумага, видите? Сейчас зелененько загорится, залетим. И хай забрасывают. Прям спальник мне, короче, в кабину везде эту бумагу. Я люблю бумагу возить. Загрузили мне эту под потолок эту херню. Сейчас, конечно, лазить здесь будет плохо. Одним словом. Я им говорю, слышь, ну что еще вам открыть, говорю, на... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, короче, этих рулок, резина, я говорю, все, пооткрывал, все ящики, все, что только можно. И в кабине, если надо, дверь открою, люк, крышу, ну, все, что только вы пожелаете, говорю. Любой каприз, говорю. Так, приду сейчас ремни сразу возьму в конце. И начнем петушню эту увязывать. Понеслось. Что, ребята, залезьте под потолок. Вот как это все выглядит. Вот так я нахожусь. Слазию постоянно, беру уголки, передвигаю, потом беру ремень, перебрасываю. Здесь по одному, в конце, на последнем два, и на первом вон два, чтобы крестик был уже ровно. Не дай боже, какая-то проверка, чтобы тебя потом не... Чпок, не... Опа! 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 Петух, ремень! Вот так это! Весь движ, я показываю, как он выглядит по-настоящему. И потом ты под потолком. Бля, бумага горячая. Ну, на скамейке только. Опа! Зашла. Извиняюсь за такую съемку. О, отлично. И так буду до самого конца, короче. Надо, чтобы по центру этот ремешок был. Еще. Опа. Так, а тут ремень перекрутился. Потом, как это все петуш движ. Делаешь, перекручиваешь ремень, чтобы он был ровненько. Давай, здесь обратно. Перекручиваешь. Тут ремешок. Короче, вот так выглядит бич-движ. Вот так. И все, и по центру, чтобы оно все было по центру, вот, и к вам не было никаких претензий. А с той стороны потом обойду, поставлю, и поставлю, то есть дура, как обычно, просто у меня под потолок. Видите, под самый вот я опустил крышу, ну, вот такой промежуточек между крышей. У меня высокие руки, вниз, в конце два ремня и тут, вот я сейчас еще один, два ремня. Все по той же специфике, кто работает с бумагой, знает. Просто это плохая бумага, она под потолок сильно налазится, надо здесь. Вот, навяжемся.
Как говорю, вы видите, людям низкий. Он, чувак, говорит, так класс, говорит, слава богу, что, говорит, обычные, не такие, как у тебя. Он как глянул, говорит, ты шо? Мне, говорит, с моим радикулитом лазить. Я говорю, да при чем то? А мне, говорю, блин, не лазит, да, говорю? Под потолком, говорю, блин, там. Сейчас шлюз откроется, выплевываемся. Что-то дырка опять начала, отверстие, извиняюсь, начало. Сейчас клеем подмажу, у меня суперклей еще остался. Сейчас сифонить начал. Это мне не нравится. Так, надо подождать, потому что сейчас еще ворота им тут вынесу. Вообще будет печаль, печаль, погоняет. Давай резче, блин. Когда там завод, все, поперли. Короче, 39. 960 ровно накидали мне. Подъехал я сейчас с документами. Так, что тут на границе у нас? О, тут нормалюк. Целая куча их там, гляньте. Немцы там работают. А здесь, конечно, пробище будет такая. Это как прицел. Конечно, немного уже глаза начинают болеть от этой тятки на стекле. Вот это, что оно начинает глаза подуставать. Ну, пробка здесь, конечно, шикарная. Все, сейчас через речечку и на заправочку уже в Польшу. Сейчас заправимся, Франкфурт на Одер, переход. Так, как всегда, заезжаю на 24-й километр. Покупаться, похавать надо. По ямам попрыгать тоже. Это тоже мое любимое дело. И привести себя в порядок, если там очереди не будет на стрижку, то постричься еще. Сейчас туда где-то подъедем поближе. На следующем повороте поверните. Ну, отлично, там место как раз освободилось. Порядок. Ребята, постригся, короче, я привел себя в порядок. Теперь сейчас буду кушать и выезжать дальше. Так, взял бигус, компот и головку. Ну что, приятного аппетита, Димас. Выезжаем. Ну, короче, привели себя в порядок. Постригся там, помылся. Постирался, но вещи не переодевал еще. Нема смысла. Сейчас будет выгрузка. Серьезная, можно сказать. Все равно один хер тут уже осталось. А тут пару часов проехать на нее и буду там. Все равно. Такая делишки. Покидаем 24 километр. Моя любимая парковочка. Езжаю к рамочке. Сейчас надо заплатить за дороги. Там, где карточка, надо искать карту. Оплатил. И можно крутить педали. Тарахтеть бортами, как говорится. Никого. Отлично. И моя достопримечательность моей машины. Как всегда, не забываем показывать. Это неделя. То 4 недели. Очень, блядь, это, конечно, в моей практике первый раз, что ни Google не видит этой дороги, ни навигация, ничего. Мне надо попасть аж вот туда вот, короче, в поле, хер знает куда, на выгрузку, короче. Поехал я сперва в село туда, там в селе говорят, не, братан, разворачивайся, как хочешь, не проедешь. Ты наблудился, капец. Дороги не видать. Ну там у местного населения спросил, говорю, а как проехать? Он говорит, через поле там березки, лес увидишь, там проедешь. Я говорю, класс, спасибо. Он говорит, ничего не видно той дороги. Ни Google не видит, говорит, ее, ни навигация, говорит, местные знают, а вы все претесь в село. Я говорю, спасибо, что хоть объяснили, что по полям, да по лесам, да по лугам мы едем в сторону, блядь, выгрузки. Я говорю, спасибо. Такая тема. Доброе утро всем. Заезжаю, короче, выгружать эти ролочки и едем на Форд, на станцию, на СТО, на Форд, менять лобовое стекло. 4 недели все-таки проездил с разбитым стеклом, это нормально в нашей организации. Так, рубрика, как всегда, доброе утро, мое стекло вам говорит привет, клей, суперклей держит, могу сказать, нормально, правда, что это было, ну вот сейчас мне под 11-ю вот. Надо подъехать, растентовать и будем. И там тоже вон, трещинка пошла больше и больше. Все, люди спят еще. Но сейчас проснутся, потому что уже 6 утра. Организация работает. Это. Я растентовался. Сейчас ремешки все
соберу. Хорошо, что у меня 18 ремней на борту. Они все, вот так по 4 ремня все подходит. Не надо. Сейчас на борт их обратно. И огонь. Такие делишки. Погнали. Высота. Пришлось достать метелочку, чтобы поснимать уголки эти гребаные. А их целая куча. И не падать. Думаю, что я забыл. Он прилетает, такой взял руку. Я такой думаю, блин, я крышу забыл поднять. Чуть крышу не вырвали, блин. А он говорит, тё, я смотрю, думаю, что они такие, говорит, здоровые. Я говорю, ну да, это наша организация любит, говорю, все самое большое, говорю, мощное возить. Он говорит, я понял. Короче, поднял крышу полностью. Сейчас ожидаю, он приедет, ну опять будет постепенно их выгружать. Он, короче, приехал. Сейчас закинет и поедет. Вот такая процедура утренняя происходит, ребята. Крыша поднята, все в ажуре, все в шоколаде. Ух, и уехал себе в здание. А Демьян ожидает дальше. Так, иду брезент, короче, перетягивать. После того, как перетянул брезентик, вот он приехал и опять. Сейчас будет забирать руки, вот эти оставшиеся три штучки. И полетела бомба. Улетела. Шух. А мы ожидаем. Я на станцию